На 12 станках вместо 6 по норме работает Валентина Николаевна Плетнева. Первой на комбинате она перешла на такую широкую зону обслуживания, сразу намного опередив своих соперников по соревнованию. Но тем и хороши почины Плетневой, что у них появляется много последователей. Только на комбинате Ленина почин Плетневой поддержали почти 2000 работников основных профессий. Экономический эффект от рационального использования техники на комбинате за 2 года пятилетки составил 3,5 миллиона рублей. За пятилетку Валентина Николаевна решила выполнить 13 годовых норм. Свое личное пятилетнее задание она успешно выполнила к 60-й годовщине Великого Октября и сейчас работает в счет мая 1981 года. Успешно выполнять социалистические обязательства во многом помогают соцсоревнования. На протяжении многих лет я соревнуюсь с сильными соперниками. Но я должна сказать, что мы вот просто соревнуемся, но в то же время мы дружим по-настоящему. У нас нет никакой зависти, если кто-то там выйдет вперед, ведь на то оно и есть соревнование. Трудовое соперничество. Трудовое соперничество, конечно, мы по-настоящему так. Но, конечно, в душе мы каждый хотим, чтобы как-то бы выйти на первый рубеж. Вот взять в нашем цехе. Я перешла на обслуживание 12 станков. Ну и рядом работающие работницы тоже перешли с 6 на 8, с 8 на 10 станков. В общем, у каждого есть стремление как можно больше выпустить продукции, поскольку мы все знаем, что на текстильных предприятиях сейчас не хватает рабочей силы, и рабочие с полным пониманием относятся к этому и встают на расширенную зону обслуживания.